По мнению экспертов, на выбор женщины в вопросе сохранения беременности влияет множество факторов. Условия оказания медицинской помощи в женских консультациях, подход врачей, отношения супруга, родственников, финансовый аспект. Для того, чтобы поднять социальный статус женщин и девушек в положение, было принято решение о введении единого дня беременных. Чтобы было больше поводов и ситуаций, когда мы могли бы оказать внимание, окружить заботой беременным. Здесь речь идет не только о медицинских учреждениях. Речь о том, что мы привлекаем внимание бизнеса, социальной сферы, работодателя. Вот когда мы всецело женщину окружим этой заботой, желание беременеть, да, радоваться и гордиться своему состоянию, будет намного больше. Отметили новый праздник впервые в Ульяновске в перинатальном центре «Мамы». Здесь для будущих мам провели лекции, праздничный концерт. В конце мероприятия участницам вручили полезные подарки. Главной задачей в этот день стало оказание поддержки специализированной помощи будущим мамам. Мамы, беременные, рожающие, родившие, как никто другой, нуждаются в заботе и защите. В целом очень много полезной информации для мам, то будь то кормление, либо какое-то что-то новое, особенно для первых, так скажем, шагов новых мамочек. Когда находишься здесь, и в целом с опытными мамочками мы общаемся, и я бы не узнала столько всего из других источников, потому что на самом деле впервые теряешься. Источников очень много, информация разная, но на самом деле, черпая из всех источников, можно собрать для себя какую-то канву небольшую, которая поможет в будущем. В следующем году День беременных планируют отпраздновать более масштабно. Алина Тихонова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.